маленький жук. Однажды майским днем на улице было очень жарко. Сегодня дома так душно, надо немного проветрить. Так гораздо лучше. Ой! Это майский жук. Их сейчас на улице полно. Видимо, он заблудился и случайно попал к нам в дом. Да, похоже, пора ставить сетки на окна. Ой, пойду достану их из подвала. Кстати, а вам задание выпустить этого жука на улицу. Ловушку.